одним препаратом прополис мы убираем стафилококки в тот момент, как вторым препаратом лизоцим в виде лизама устраняем остальные бактерии, которые находятся в нашем пищеводе. Лизам наш есть еще и в препарате лизоцим. Также рекомендую использовать жидкий лизоцим. Вот для чего я его делал. Если у вас гастродуоденит, но плохого запаха нет изо рта, попринимайте при язвенном заболевании желудка лизоцим в таблетках. В случае, если у вас есть галитоз, хочу сказать, что это такое, это синдром плохого запаха изо рта, который обычно похож на запах либо такой пропавшей немножко капусты, между запахом такого сероводорода, очень отчетливо ощущаемого. Ну и вот такой запах, он не всегда нравится окружающим людям, но и человек, который вот так подышит себе в ладони или там понюхает сам себя, в большинстве своем его никогда не прочувствует, ну, не ощутит обонянием. И в большинстве своем, процентов, наверное, на 80-90, люди, которые страдают плохим запахом изо рта, галитозом, они об этом в большинстве своем даже не подозревают. И поможет нам прополис, и поможет нам жидкий препарат лизоцим в жидком виде. Его необходимо добавлять 1 чайная ложка на 1 стакан воды при гастродуоденальном заболевании, при рефлюксе, при гастродуодените, при тонзиллите, при ложном крупе, при отрыжке, при апное, при ночном храпе. Я рекомендую принимать лизоцим 1 чайная ложка на 1 стакан воды 2-3 раза в день. Также можно взять, допустим, любую щелочную воду, там поляна, квасова, боржом, и на 1 литр добавить 2 столовых ложки данного продукта лизоцим в жидком виде и на протяжении дня выпивать. Таким образом, вы можете улучшить заметно состояние своего желудка, желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, освободить желчь, улучшить состояние желчевыводящих путей и даже устранить такие тяжелые заболевания, которыми человек может болеть хронически, как амебиоз, там, как восстановить работу вашего кишечника, восстановить микрофлору, помочь вашей анкермансии вновь появиться и вновь быть тем, что будет стоять на защите вашего организма. Поэтому рекомендую. Вещество называется лизоцим. Можно